На наших южных рубежах действительно тлеет очаг напряженности, чреватый потоками беженцев, террористическими угрозами и распространением экстремистской идеологии. При этом западные, прежде всего американские, британские спецслужбы подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрелы приграничья некоторых наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы, и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения талибов.